Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня наступила третья декада февраля, и хотя у нас за окном еще зима, все наши огороды покрыты снегом, именно в феврале идет массовый посев перцев и баклажан в конце февраля. Если про январь я говорила, что нужно обратить внимание на приобретение удобрений, стимуляторов роста, средств борьбы с заболеваниями растений и вредителями, то в феврале пора уже говорить об обработке семян и посевах, даже тем, у кого нет теплиц. В январе мы проводили ревизию семян, готовили тару к посевам, размораживали, подготавливали свой грунт или приобретали в магазине, а в феврале наступила пора посевов, и в зависимости от регионов, в первой и второй декаде февраля многие уже посеяли перцы и баклажаны для выращивания в теплице. Вот сейчас традиционными сроками посевов этих культур для выращивания в закрытом грунте считается период с 1 по 28 февраля, то есть весь месяц. И вы будете сами определять, когда именно вам посеять, в зависимости от того, где вы живете. Вот третья декада месяца, которая началась сегодня, считается идеальным сроком посева перца и баклажанов даже для открытого грунта. Почему? Потому что у них очень длительный период вегетации. Где бы вы ни жили, до конца месяца нужно успеть посеять все сорта перца и баклажан именно с самыми длительными вегетационными периодами. На март месяц можно оставить только скороспелые сорта с коротким сроком созревания. Вот такие, у которых 120, 130, 140 дней указан срок, сеять нужно в феврале. Вот я сегодня сею тоже перец, оставляю на март тоже только винни-пух и немного венти. Остальные, которые крупные перцы, которые вот такие толстостенные, желательно их посеять в третьей декаде февраля. Конечно, сюда же идут все острые перцы. Вот видите, написано перец острый, бараний рог, 130-145 дней. Вы только посчитайте, 145 дней. Это когда он вызреет. Если его не посеять в феврале, он ни за что у вас не вызреет в открытом грунте. Сюда же идут... Обычно все сеют острые перцы, любые там и желтые, и красные. Сейчас же уже можно сеять и всякие декоративные острые перчики, типа огонька. Вот у меня оранжевый гном, тоже его нужно посеять сейчас, чтобы летом можно было увидеть его разноцветные вот эти вот стручки. Так, про перец мы выяснили. С 20 февраля по 10 или 15 марта сроки посева этих культур для открытого грунта. Даже если у вас нет теплицы, то с сегодняшнего дня и по 10 марта начинайте сеять баклажаны, перцы. То есть в феврале мы сеем позднеспелые сорта, вот сейчас одну неделю, а в марте все оставшиеся, в начале марта, скороспелые. При более поздних посевах плоды не успевают попросту вызревать, и перцы с баклажанами не могут полностью отдать то количество урожая, которое заявлено производителем и которое они могут отдать. Вот, например, урожайность указана такая, а получите вы в два раза меньше, только потому что опоздали с посевом. Также в конце февраля необходимо посеять высокорослые сорта томатов с длительными сроками созревания, которые предназначены для выращивания в теплицах. Например, вот у меня вот есть гаванская сигара, написано. Длинноплодный лиановидный сорт для защищенного грунта. Вот именно те, которые для теплиц, высокорослые томаты. Конец февраля самый подходящий срок для их посева. У них длительные вегетационные периоды, пока она вырастет, пока она созреет. Сейчас самый идеальный срок. Томаты сеем пока только для теплиц. На март оставляем также все низкорослые, ранние сорта с более коротким вегетационным периодом и посевы для открытого грунта. Для открытого грунта сейчас ничего еще
мы из томатов не сеем, только перцы и баклажаны. Ну и, конечно, цветы в феврале. Нужно уже сеять цветы, кто еще не посеял, у которых длительный период от всходов до цветения. Это гацания, петуния, сальвия, лобелия, их много таких. Их можно будет посеять еще и в начале марта, но тот, кто хочет получить раннее цветение, сеет их уже сейчас. Все, опять же, еще раз повторю, зависит от региона и от вашего желания, когда вы хотите получить цветущий вот этот кустик. Подводя итог, повторю самое главное. Если мы хотим получить много спелых плодов и вовремя, то все культуры с удлиненным вегетационным периодом должны посеять именно сейчас, до конца января. То есть до конца месяца мы должны успеть посеять все свои перцы и баклажаны, кроме скороспелых, даже те, которые будут выращиваться в открытом грунте. И в последней декаде февраля необходимо посеять все сорта высокорослых томатов с длительным сроком созревания для теплиц. Для открытого грунта сеять еще рано. Ну и те цветы, которые я назвала. Я с сегодняшнего дня буду сеять ежедневно и перцы, и томаты, и баклажаны всю неделю. Для тех, у кого есть теплицы, конец февраля очень напряженный период, потому что ведь нужно успеть все. У меня вот для каждой культуры своя теплица, так что мне придется делать посевы для трех больших теплиц. Для томатов, для баклажан и для перцев. Все, до свидания. Сейте, чтобы вовремя получить урожай, и урожай большой. Желаю всем успехов.